Всем привет! Меня зовут Ульяна. Вы на канале у Сергея Терентьева. Сегодня на обзоре у нас Tetra F4 2020 года в комплектации JZ Package. У этой машины продуманный интерьер, множество мест для хранения, вместительный багажник и хорошая обзорность. Давайте же узнаем, что интересного есть в этом автомобиле. Toyota RAV4 заслуживает внимания благодаря дизайну, просторному салону и высококачественным материалам отделки. Автомобиль также обладает повышенным клиренсом, что позволяет с комфортом передвигаться по неровным дорогам и в черте города. Эта модель комплектуется надежными двигателями. Интегрированные технологии безопасности, а также мультимедийные системы последнего поколения делают Toyota RAV4 удобным, максимально безопасным автомобилем для повседневной езды. Экстерьер автомобиля имеет современный дизайн с динамичными линиями кузова и эффектными LED-фарами, а также 18-дюймовый легкосплавными литыми дисками. Клиренс у RAV4 190 мм. В салоне кожаные сиденья мультируль, в нашей комплектации есть люк с панорамной крышей. Двухзонный климат-контроль, подогрев зеркал руля и сидений, а также память для водительского кресла. Камера заднего вида и многочисленные системы безопасности, которые включают в себя систему удержания в полосе движения, радарный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и автоматический дальний свет. У RAV4 есть три основные комплектации X, G или JZ Package и Adventure. Давайте разберем сначала X. Это базовая и самая простая комплектация. В салоне тканевая обивка сидений, резиновый мультируль, двухзонный климат-контроль, автоматический дальний свет, мультимедиа на 4,2 дюйма, а также 17-дюймовые легкосплавные литые диски. Следующая комплектация уже наша, JZ Package. Кожаная обивка сидений, 7-дюймовая мультимедиа, кожаный мультируль, есть подогрев передних сидений, круиз-контроль, пятая дверь с кнопки, цифровое зеркало заднего вида, по части люка, то здесь бывает есть, бывает нет, и 18-дюймовые легкосплавные литые диски. Максимальная комплектация Adventure. Визуально эта модель отличается тем, что она чуть выше, клиренс 200 мм. В салоне перфорированная кожаная обивка сидений, кожаный мультируль, камера кругового обзора и мониторинг слепых зон, а также 19-дюймовые легкосплавные литые диски. У RAV4 бензиновый двигатель 2 литра мощностью 171 лошадиная сила. Мы можем привезти вам такой же RAV4 за 3 миллиона рублей. Ну а на этом у меня все. Актуальные цены вы можете узнать из прошлого ролика. Если хотите узнать стоимость конкретного авто, то пишите все параметры на WhatsApp. Все ссылки внизу. Всем спасибо. Всем пока.